Создать благополучную экологическую обстановку. Такую задачу обозначили перед властями региона в федеральном центре. Ход реализации приоритетных проектов обсуждали в Москве на заседании коллегии Министерства природных ресурсов России. Национальный проект «Набирает ход», отметил федеральный министр Дмитрий Кобылкин. В ближайшие годы необходимо внедрить новые стандарты экологической безопасности. В числе приоритетных программ – чистая вода, реформа системы обращения с отходами, оздоровление Байкала и Волги. Многое зависит и от того, насколько оперативно будет меняться правовая база. В Государственной Думе уже рассматривают целый ряд законопроектов. За словами «национальный проект», на это нас нацеливает президент. Люди хотят увидеть конкретную отдачу, конкретные результаты. Конечно, они хотят увидеть его сегодня. И вы, сидящие здесь, представляя разные органы власти, в первую очередь все территории Российской Федерации, как никто понимаете, как это сложно сделать в отсутствии законодательной базы, в отсутствии финансирования, огромные полномочия, которые и порой иногда не решались десятилетиями. Но сегодня наша главная задача и министерство, и министерств на местах, и каждого из вас, здесь присутствуют руководители субъектов, и общественников, и депутатского корпуса всех уровней, всем вместе донастроить все то, что мы сколыхнули в 2017 году, когда был год экологии. Потому что огромное количество поручений президента, даже тогда, еще 2016 года, 27 декабря 2016 года, мы до сих пор не исполнили. Только что в большом количестве субъектов прошли выборы. Людей беспокоит, почему рубят лес, почему черное небо, почему большие проблемы с мусорной реформой, как и к кому адресовать вопросы. Законопроект к нам сегодня зашел, но мы видим большое количество общественников, которые говорят сегодня, что пока он пустой, и надо вместе донастраивать, что должно быть в нем. Среди достижений Чувашии – переход на новую систему обращения с отходами. В муниципалитетах практически завершена работа по обустройству площадок для сбора мусора. К 1 декабря населенные пункты будут полностью обеспечены контейнерами. В ближайшие годы будут рекультивированы отслужившие свой срок свалки. Взамен появятся 3 новые мусоросортировочные станции, отметил глава республики. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу министр природных ресурсов назвал Чувашию передовым регионом в решении экологических проблем. Чувашская республика – одна из передовых и лучших реализует национальный проект «Экология». Хочу поблагодарить и губернатора, потому что, безусловно, без участия самого руководителя субъекта вряд ли бы такие проекты можно было реализовывать. Довольно-таки активно. У вас и так неплохо было и до этого много чего сделано в части экологии, но на сегодняшний день вы одни из передовых. Какие региональные практики одобрили члены расширенной коллегии? Насколько масштабная задача стоит перед Чувашией? Подробности в ближайших выпусках программы «Республика».